Комплекс мероприятий по организации бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города проводился по указанию главы города. Анатолий Пахомов является руководителем гражданской обороны на курорте. В тренировке приняли участие подразделения МЧС, Министерства внутренних дел, медики, служба спасения «Кубань-Спас» и главы районов. Они проверяли готовность системы связи, уточняли планы действия эвакуации при возникновении ЧС разного характера и отрабатывали вопросы взаимодействия сил всех ведомственных принадлежностей. Цели достигнуты, основные задачи выполнены. Главы районов, как руководители гражданской обороны внутригородских районов города Сочи, органы управления и личный состав приобрели необходимый опыт и готовы к выполнению мероприятий по защите населения в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Жители нашего города и его гости могут быть уверены, что выстроенная система работает по предупреждению чрезвычайной ситуации и слаженно с работой в случае возникновения любых катаклизмов. Сейчас сочинское подразделение Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю приступило к обеспечению безопасности во время Всемирного фестиваля молодежи. Задействовано более 500 спасателей и 120 единиц спецтехники. Следующие учения запланированы на начало декабря. Жители города их не почувствуют. В них будут задействованы только специальные службы и организации, отвечающие за жизнеобеспечение города.